В Харькове разразился конфликт между активистами и экоинспекцией. Около 30 недовольных сегодня пришли в управление. Общественники обвиняют одного из инспекторов в подделке документов на спил здоровых деревьев. Пришли это вот это, чтобы узнать сегодня. Это чисто, это чтобы это не было без информативно, а чисто информацию получить, кто дает, кто осматривает деревья и дает пильщикам пилить. Все, на что мы не получили ответ. Вчера было спилено живое дерево. На нашу просьбу мы вместе с экологом подъехали, и он на наши глаза сказал, что это дерево сухое и аварийное. На наших глазах. Мы ему показали срезы стволов, абсолютно, оказывается, абсолютно идеальный срез ствола. Соответственно, у нас есть вопрос, участвует этот человек, фамилия его Котенко, в преступной схеме по отмыванию бюджетных средств. Мы пришли к представителю экологической службы, которая подписывает акты, акты обследования о том, что дерево является незадовольный стан, то есть оно аварийное. Мы пришли и прямо при нас обнаружили, в актах есть замазки корректора. На ксерокопиях ставятся подписи. Мы привозим эколога, он смотрит и на зеленое дерево, чему есть фото-видеофиксация, он говорит, что это сухое и аварийное. Жители все против спила. Соответственно, после спила тратится на одно дерево 8 тысяч гривен. После этого в том же месте высаживается за ту же сумму дерево молодое, которое, если его не ухаживает за ним, оно погибает. От натиска толпы экоинспектору, к которому пришли активисты, стало плохо, и ему дважды вызывали скорую. У мужчины подскочило давление. Медики сделали ему несколько уколов в кардиограмму и приняли решение о госпитализации. Пожалуйста, снимите этот момент. Ну, там ребята пошли. Только что врачи подтвердили давление 190. Мне сейчас для того, чтобы сбить давление, мне, извините за грубость, нужно сходить в уборную. Буквально два слова. Сможете, извините, пожалуйста. Спасибо, извините, пожалуйста. По словам активистов, этот инспектор подделал акты на спил деревьев по улице Деревянка на Павловом поле. Вчера была такая ситуация. На улице Деревянка, 24, была незаконная вырубка деревьев. Почему незаконная? Объясняю. Во-первых, они спиливали живые деревья. Во-вторых, акта экологического обследования у них не было вообще. И вообще никаких документов. То есть, ну, грубо говоря, они могут спилить все что угодно, как бы, а потом задним числом составить это так. Мы вызвали милицию и решили составить заявление о том, что он нарушает наши права, о том, что он, ну, не может ответить на мои конкретно поставленные вопросы. Но у местных жителей другое мнение на этот счет. По их словам, никто из активистов не имеет отношения к их двору. Проснулся от того, что пилят деревья. Деревья, на самом деле, я живу на втором этаже, они способствовали тени дома, потому что нереально жарко, как бы кондиционер еще не установили в квартиру. А как бы деревья хоть какую-то тень создавали и влагу, да, деревья были абсолютно зеленые, свежие, как бы, ну, я не сильно счастлив, хотя вот соседки, там бабушки какие-то говорят, что им там что-то влажно было в квартире от этого. Ну, я б такой, чтобы деревья зеленые не пилить, там спилили бы, да, сухие ветки какие-то и все. Они не были сухие, но там уже были подсохшие ветки, поэтому спилили, да. С нашего подъезда никто не возмущался. Возмущались там дальше с пятого подъезда. Вот соседка с первого этажа говорит, что у нее в комнате всегда сыро. Вот. Деревья, конечно, такие, что еще могли постоять, но, ну, были там много сухих веток, но были такие, что подсохшие уже хорошо. Три дерева снесли. Деревья сносить аварийные надо. И те, что сносились, они были все аварийные. Что тут вчера был цирк устроили, это уже на голову одеть нельзя. У меня просто слов цензурных нет, я начинаю психовать. Несколько, по-моему, жильцов соседнего дома. И вот это вот большое количество молодежи прибежало и устроило здесь скандал. Ну, результат что? Результат, вот смотрите, остались. Не то, что просто повернулись и уехали люди. Вон он, ветки. Одна он уже надломлена. Вот я здесь гуляю с ребенком. Кто будет отвечать, если это упадет мне на коляску с ребенком? Да не дай бог, я порву. Те люди, которые приходили, они были довольно неадекватны. После того, когда женщина, которая там выступала и сказала, что ее не интересует то, что погибла женщина, пострадала женщина с ребенком,
я с ней просто перестала с ними разговаривать. Они были неадекватны, настроены агрессивно, и даже на нашего председателя бревно бросили. Другая активистка рассказала, что подобная ситуация произошла на улице Данилевского. В прошлую пятницу там работали коммунальщики, но им пришли помешать активисты. Я конкретно вот была на Данилевского. Там, кстати, вот если вы хотите, вы можете пройтись по нескольким дворам. Первое, там оставлена вот эта вот зелень. Это очевидно свежая, зеленая, да, пожухлая. Там запах стоит свежей зелени. Пройдитесь по улице Данилевского, вот вдоль дороги посажены деревья. В одном месте, это как раз напротив детской поликлиники, срезаны. Это вот такие вот, это молодые деревья. Они срезаны штук 10 подряд. Там, где вот эти вот пеньки, там стоят вонючие зловонные лужи. Это не от вчерашнего дождя, это действительно давние. А дальше идут деревья, все нормально. Жильцы дома по улице Данилевского, 39, уверяют, что там росли аварийные тополя. Никто из них не был против спила деревьев, но неожиданно появились неизвестные и затеяли скандал. Я не знаю насчет законности, но это тополя, и от них невозможно просто дышать летом. Ты ходишь как в подушке, очень много пуха. Я не против, чтобы их спилили. Они-то вроде и зеленые были, но там, вон, видишь, стволы, дырки, есть такие вещи, что ну, рано или поздно бы упало. Ну, им по 70 лет. Срок как бы тополя 30-40 лет. То есть он аварийный во всех случаях. Из всей толпы, которая была, может, был 1-2 человека, кто здесь живет. Все остальные незнакомые люди. Говорила представительница ЖЭКа, что они уже, ну, как бы по срезам, да, видно, что они уже старые. Но и мама здесь живет уже 40 лет и говорит, что как бы деревья в аварийном состоянии. Ну, активисты, да, здесь были в масках люди, и тут вплоть до драки было. Кто-то просто с арки выбежал и... То есть это 100%. То, что по новостям мы видели, что говорили, что жители 39-го дома, но это не жители были. В экоинспекции уверяют, что у них все документы в порядке. Также там заверяют, что активисты могли украсть некоторые документы и запугивали сотрудников. Приходили группа лиц в количестве, ну, приблизительно около 30 человек. Они говорят, что наш сотрудник участвует там в комиссии по вырубке деревьев, и по их мнению это неправомерно. Ну, во-первых, первое, что хочу сказать, правомерно, неправомерно, для этого есть как бы правоохранительные органы, да, есть милиция, есть прокуратура, надзорные органы, которые могут это все дело расследовать. Все документы мы предоставляли, показывали, но я так понимаю, что, скорее всего, сильно их это не интересовало, нужно было создать какой-то информационный повод, либо же, ну, обвинить в чем. Я вам могу гарантировать 100%, что поддельных документов у нас в инспекции быть не может. Сегодня неизвестные ворвались к нам, как бы я не хочу говорить, что и как происходило, потому что они как бы угрожали физической расправой, поэтому я боюсь за свою жизнь. Рукоприкладство близким моим. Побить, прийти, вынести меня из кабинета в прямой форме, если вдруг что-то им не нравится. На данный момент в экоинспекции уже готовят обращение на имя начальника областной милиции и прокурора области, где подробно опишут все произошедшее. Алексей Битнер, Евгений Клементьев, 057 UA.